тебя? Дело в том, что рок-музыка, она всегда была, в общем, политизирована. И причем не только у нас. Мы там помним такое. У нас в меньшей степени. Ну, все-таки, давайте, перестройка и вот демонтаж Советского Союза, он был в значительной степени замешан в том числе и на рок-движение. Потому что казалось, что... Ну, эту музыку запрещали, для этого не было вообще запрещать какую-либо музыку или какой-либо вид искусства, если он не связан там с порнографией, мне кажется, в принципе, нелепо. Просто произошла в значительной степени переоценка. Вот в прошлом. Вы, кстати, когда переехали в Грузию, вы заявили, что вы не иммигрант, вы живете в Советском Союзе. И это вызвало, кстати, возмущение в том числе... У некоторых грузинских журналистов вызвало возмущение. Не только у грузинских журналистов. Да, но это было неправильно интерпретировано немножечко, потому что и неправильно просто процитировано. Как, ну, часто так бывает, что фраза сказана одним образом, она доходит до печати уже в другом виде. Я имею в виду, что никуда не покидал вот эту общность, которая была воспитана Советским Союзом исключительно в интернациональном каком-то ключе. То есть политические границы не имелись в виду, и никак, конечно, самоопределение бывших республик не имело здесь в виду. Я имел в виду, что мы приехали к тем самым друзьям, которыми дружили еще. С которыми учились в институте. Да. В том-то и дело. С которыми являлись одной советской общности. У которых какое-то общее прошлое, но нет общего настоящего и общего будущего, потому что фраза-то «никогда мы не будем брать» имя, она произнесена, и это значит, что будущего получается, что нет. Да нет, я как раз очень не согласен. Я думаю, что сейчас очень трудный период испытывают народы и страны бывшего Советского Союза, но когда эта пена сойдет, они поймут, что все-таки они нужнее друг другу, чем, скажем, Европе или Соединенным Штатам или Китаю. И ну, это произойдет, я надеюсь, еще при нашей жизни. И, например, вот наш фестиваль «Дикая мята», да, мы сознательно... Конечно, мы сознательно привозим из музыкантов из Грузии, из Молдавии, из Украины. И помню, мы под чудовищным прессингом проводили день грузинской музыки, когда был конфликт военный. То есть это было очень трудно, но наша творческая... Давайте мы озвучим конкретные даты. Это 26-е, 27-е, 28-е июня. У Текилы Джаз будет ночной, насколько я понимаю. В субботу прям это у нас будет отдельная сцена, когда все сцены замолкнут, все, фестиваль смолкнет, все соберутся около этой сцены. В субботу это будет пик фестиваля, и группа Tequila Jazz даст концерт. Я не знаю, группа как там будет для всех остальных, но для меня это будет самый колоссальный праздник за 5 лет. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».